В Великом Новгороде в 13-й раз прошел конкурс «Предприниматель года». Жюри оценивало его участников прежде всего по эффективности их работы в кризисных условиях. И вот сегодня победителям были вручены заслуженные награды. Всего за время проведения конкурса в нем участвовали почти 300 представителей малого и среднего бизнеса. В нынешнем году за почетное звание «Предприниматель года» боролись 23 человека. Лучших в 5 номинациях выбирала специальная комиссия. Основные критерии оценки – прирост выручки и уплаченных налогов, размер заработной платы, создание рабочих мест, деловая активность и социальная значимость бизнеса. Сегодня на торжественной церемонии награды победителям вручали руководители области и города. Мы сохранили и действует на сегодня государственная программа поддержки среднего и малого предпринимательства. Мы ее сохранили, несмотря на все сложные времена, и даже благодаря фонду поддержки малого и среднего предпринимательства мы увеличили срок выдачи кредитов займа от года до трех. Сохранили процентную ставку 8,25, вы это знаете. И многие другие вещи благодаря сегодняшней федеральной поддержке через корпорацию малого и среднего предпринимательства. Обязательно хочу отметить, дорогие предприниматели, что ваша деятельность крайне необходима региону. Одновременно с церемонией подведения итогов конкурса открылась и традиционная городская выставка «Малый бизнес новгородцам». Свои товары представили более 50 предпринимателей, работающих в различных сферах. Здесь участвует только новгородский и только малый и средний бизнес. Единственные фирмы, которые у нас строительные, заявились, они хотят показать, что они делают. Ну, мы разрешили. В рамках выставки, которая продлится 2 дня, для предпринимателей пройдут семинары и круглые столы. Кроме того, для бизнесменов это прекрасная возможность заявить о себе и показать свои товары новгородцам.